автомобильных производителей пошли по разумному пути развития производства. Автомобиль подгоняется под существующие запасные части. Но вот производители копировальной техники, они немножко по-другому хотят деньги заработать. Согласитесь, принтер стоит, ну, 2-3 тысячи рублей. Хороший принтер стоит, ну, 20-30 тысяч рублей. И вот наступает время, когда вы вынуждены покупать оригинальные материалы. Потому что производители строго рекомендуют использовать только их фирменные картриджи. Мало того, они еще и поступают абсолютно хитро. То есть они программируют принтер так, чтобы он в определенное время просто сломался. Вы не знали? Ну вот я вам расскажу такую интересную историю. Что же делать? Естественно, обращаться в фирму SLM. Потому что, ну, во-первых, они заправят действительно любой картридж. А во-вторых, у них есть свой собственный подход. Как объяснить принтеру, что ему надо работать и работать, а не зарабатывать на вас деньги для производителя расходных материалов. Точнее, на продавца расходных материалов. Потому как цепочка из зон их приводит россиянина к неутешительной цене в 4 раза больше здесь, чем это стоит там. И карманы россиянина опустили. Карманы же перепродавца не опустевают никогда. Им, упустившим совесть, на это по барабану. А нам что делать? Вариант первый. Заказывать все из-за бугра. Вот такой вариант возможен. Либо голь на выдумку хитра. Благо кулибины и левши еще не отвалили за границу. Пока не отвалили. Фирм в городе, конечно же, много, кто занимается обслуживанием копировальной техники. Ну, что там сложного? Шприц набрал краски, залил. Пристройник, в принципе, печатает дальше. Но для того, чтобы показать, насколько серьезно работает фирма SLM, мы вам вот эту выставочку продемонстрировали. То есть SLM работает с такими агрегатами, с которыми другие не справляются. То есть это машинки для зарабатывания денег, в принципе. Они долго служат. Но зарабатывают в последнее время не только тот, кто покупает эту технику, а зарабатывают тот, кто делает к ней комплектующие. Как правило, и такая история имеет место быть. Ну, то же самое с автомобилями, да, представляете, машина сломалась, и вот бегаете и за волосы себя дергаете. То же самое и производители копировальной техники. То есть продали вам вещь, а потом уже начинают деньги шелушить на расходных материалах. Это не совсем правильно. Естественно, люди придумывают, заменяют, делают вашу жизнь подешевле. Опять же, производители не стоят на месте. И последнее шоу – это специальные прошивки. Представляете, да? То есть техника отказывается работать дальше. Она просто говорит, что, ну, вам надо обязательно оригинальный картридж поменять. И вот тут вам на помощь приходит фирма SLM. Она справляется со всеми агрегатами, то есть буквально со всеми. Надо перешить машину, перешьют. Надо картридж грамотно сделать, его поменяют. Вот такая фирма SLM у нас есть. Я бы вам показал, как это делается, но только вот зачем? Не каждому ведь дано головой соображать и действовать руками, но факт. Быстро и недорого. Эксплуатационные характеристики вашей копировально-множительной техники в разы увеличиваются. Да и про гарантию обмолвиться надо. Ее вам продавцы продавать стараются. Естественно, вместе с расходными материалами. Представьте, вас разводят как лохов, да как красиво. То есть год по закону и год за бабки вы будете покупать у тех же продавцов расходные материалы по ценам в 4 раза дороже того, что они на самом деле стоят. Нет, это не мой путь. Я тупо и нагло прямо в магазине сказал, что поставлю разливайку, пошел в SLM, стал здесь на обслуживание и понял, что формат А4 для моих фоток самое то. Как, впрочем, и вечный принтер, выбранный здесь же. Конечно, вот эти специалисты, которые работают в компании SLM, у них есть свои секреты. Но самый главный секрет. Для того, чтобы перешить ваш принтер и заставить его работать столько, сколько вам нужно, а не столько, сколько нужно производителю расходных материалов, они не разбирают технику полностью, то есть не препарируют внутренности. У них есть свой собственный подход. Вот. И в завершение, конечно, хотелось бы сказать, что фирма SLM вряд ли сможет конкурировать в поставках оргтехники с такими монстрами, как, ну, сетевики там и прочие. Но перед тем, как купить принтер, сканер, там, копер и все остальное, вы бы подпозвонили или приехали сюда, на улицу Ворошилова, 17. Вам здесь хоть подскажут, какая техника будет работать дольше, чем остальные. Хотя, вы знаете, для специалиста фирмы SLM нет вообще никаких вопросов. Все делать умеют. Но лучше, если вы на первоначальном этапе, ну хотя бы проконсультируйтесь, чтобы было попроще в этой жизни-то жить.